Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скугер, и это очередное вскрытие от меня. Как видите, я продолжаю жесткую закупку всякими электронными штуками, и вот очередная моя покупка — это вот такие вот колонки Microlab Solo 6C, они называются. Купил я их, потому что у меня мои колонки дефендеровские достали уже, они старые, хрипят уже, скрипят, того и гляди вот-вот рассыпятся. Вот решил прикупить новый звучок себе. Ну, купил я его также, точнее, в ДНСе, своего Корифана, Базилио. Стоимость их 9700 рублей. Ну, если быть точным, 9699. Вот такая вот красивая цена. И если честно, изначально хотел купить Solo 9, но, черт возьми, меня жаба задушила. Да и они здоровенные. Ну, было бы круто, конечно, но вот решил немножечко все-таки себя притормозить. Они, правда, с оптическим выходом были сразу, но этой ситуации я по-другому несколько разобрался. У этих колонок оптического выхода нет, здесь только линейные. Так, ну что же, давайте приступим. Сейчас для начала я ее переверну на бочок, потому что их прислали из Владивостока, я их 4 дня ждал, пока они приедут. И вот они приехали из ДНС же, но из Владивостокского филиала, из Владивостокского нашего филиала ДНС, партизанского отделения филиала. Головное это здесь, конечно, у нас в городе. Вот. Там большой отделчик, видимо, какой-то Владивосток. Так, надо паковать на славу, бумажек здесь не летит. Не потерялась, видимо, в дороге. Вот бы есть подиум. Так, это тоже открыто. Так. И последняя сторона осталась. Хорошие колонки. Конечно. Вообще Solo — это микролабовская серия, очень классная. Я помню, Корифана были Solo 3, он радоваться не мог, но они тоже здоровенные. Так, ну вот, вроде бы открыл. Вот они, здесь они. Так, открываем, что мы здесь видим. Сразу макулатура сверху лежит. Лап, я с лифами, Solo 6, гарантийный талон, адреса сервисных центров. Ну, надо сказать, серьезно подошли к делу. Ладно, надеюсь, нам это не понадобится. Сервисные центры, надеюсь, что они будут работать как часики. Долго и очень долго. Так, вот они. Снял я верхнюю крышечку. Достаем. Ну, колонку. Так, давайте я, наверное, колонку поставлю на пол. Будем доставать там колонки. Ставить их на хирургический стол. Так. Одна. И вторая. Вот так. Ну-ка, видимо, тройка. Вот они. Красявые. Отлично. Ну, получается, тут одна колонка активная. Вот у нее тут регуляторы громкости.
басы высокие и общая громкость. В принципе, что еще для счастья надо? Так, сейчас заглянем на заднюю панель. Не обманули ли меня? Так, на задней панели у нас получается входы для второй колонки подключения. И что самое интересное, здесь две пары входов, то есть к ней можно подцепить сразу два каких-то девайса. Это для меня очень критично, потому что я до этого всегда с колонком Defender-овским переключался, когда мне нужно было поиграть в Соньку, подключить, я выключал компьютер из нее и подключал PlayStation свой третий, и, конечно, от этого, ну, входы страдали, то есть постепенно джеки разбивали входы, ну, шнур питания, кнопка включения-выключения, радиатор даже вот для охлаждения, видимо, процессор очень мощный внутри стоит. Так, ну здесь набор проводов, они вот даже с пультиком. Серьезно. Вот такой вот пультет. Ну тут тоже также регулятор высоких, низких, общая громкость. Можно выключить громкость совсем. И переключение между входными каналами. Вот такие дела. Так, шнуров мы тут имеем. Подключение. Шнур. Непосредственно к компьютеру. Джек 3,5. Ну а с другой стороны тюльпаны. Такая вот тема. Ну это с этими проводами тоже, в принципе, проблем нет. Уже полным-полно. Так, а это шнур подключения второй колонки. Кстати говоря, очень мощные джеки, вот, и сам провод очень качественный. Он не жесткий, то есть он довольно легко гнется, шнур, но в то же время прочный. Очень это хорошо и достаточно длинный, то есть я думаю здесь метра 3, наверное, 4 как минимум есть. Вот, поэтому можно разносить колонки достаточно далеко друг от друга. Так, ну, собственно говоря, это все. А что еще, собственно говоря, нужно для счастья? Мне ничего больше не требовалось. Единственное, что мне важен еще был оптический выход, но из этой ситуации я вышел тем, что заказал переходник с оптики на обычные тюльпаны. Вот. Но он еще, к сожалению, не пришел. Поэтому сегодня вот я вам не смогу его показать. Но в ближайшие дни он тоже приедет. Вот такие вот колонки. Ну, сейчас мы их еще подключим. И послушаем, как же они звучат. Так, втыкаем, значит, колокольчики в колонку, правый-левый канал. Так, ну второй конец идет у нас в компьютер. Уж как я второй конец втыкаю, вам показывать не буду, потому что это надо практически в шахту лезть. У меня там полный кошмар. Так, вторым делом у нас идет... Сейчас соединим обе колонки между собой. Тут тоже все серьезно с закрутками. Так, ну дальше тут просто все по цветам. Тут тюльпаны белые и красные, а здесь красные и черные. Как же быть? Ну, видимо, красный идет в красный, а белый почему-то в черный. Надеюсь, что я ничего не напутал, и у меня ничто не взорвется. Так,
то же самое со второй колонкой. Зажимаем. Нажали. То хорошо, что пульт сразу идет с батарейками. Батарейка тут интересная, вот такая вот, как на BIOS идет. Такая вот небольшая таблетка. 25, а нет, не как на BIOS, чуть-чуть тоньше. На BIOS идет 2037. Вставляем батарейку тогда. Так, врубаем тумблер. Работаю. Так, ну понятное дело, через вот этот вот микрофон вы не услышите чистоты звука. Так, только шум какой-то. Так, вот переключение каналов. Все работает. Выключение звука. Работает. Чтобы видосик не забанили, включил кавер на тему... На тему вы, наверное, узнаете, какую тему, я ее даже называть не буду. Стыдно не знать, если кто-то не узнал ее. Ну что же, вот такие вот прикупил я себе колоночки. Я очень доволен, надеюсь, вам понравилось. Ну и если буду доволен я, надеюсь, это будет отражаться и на вас. Ладно, с вами был Скудер, это была распаковка колонок Microlab Solo 6C. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в последующих видео. Всем пока-пока!